Встреча министра культуры региона прошла в новом формате – видеоконференции. По словам Ирины Левкович, традиционная многонациональная культура и аутентичность Забайкалья уже стала своего рода брендом и нуждается в поддержке. И именно Сагалган даст старт всем национальным праздникам в регионе. Теперь у нас Сагалган имеет определенный символ, именно как праздник, как празднование на территории площади. Да, это вот такое солнце нашего солнечного Забайкалья. 13 февраля на центральной площади имени Ленина мы будем передавать этот символ солнечного Забайкалья от ассоциации бурятского народа азербайджанской диаспоре, потому что следующим в марте будет праздник Навруз. Без изменений по плану пройдут татаро-башкирский праздник Сабантуй, армянский праздник воды Вардавар, День славянской культуры и письменности и одни из крупнейших ежегодных мероприятий – фестиваль «Культура и вкусы Забайкалья» и фестиваль «Даурия». Это помолодежный фестиваль, очень для нас важный. Мы хотим пропагандировать традиционную культуру, песенную, танцевальную культуру, сказительную культуру, декоративно-прикладных мастеров, именно которые работают на нашей земле и которые несут вот какую-то историю культурных традиций нашего Забайкалья. Анастасия Шубина, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.